мои дорогие красавицы и красавчики. Такая красивая прелюдия была. Гимнастки, я думаю, вас всех настроили на волну прекрасного. Мы находимся с вами в замечательном проекте AGO Products Line. И мы все знаем, о чем речь, правда? Наша задача состоит в том, чтобы как можно дольше сохранить нашу молодость, красоту, благодаря тому, что мы будем заботиться о нашем здоровье. Это все очень связано. И когда был задуман проект AGO Products Line, еще не было у нас линейки косметической. Но мы знаем, что рядом с нашим замечательным президентом Сергеем Сергеевичем Куликовым есть человек, который в компании является креативным директором. И зовут ее Ольга Владимировна Куликова. Давайте поприветствуем ее. Очень приятно, что именно она позаботилась о том, чтобы в нашей компании была эта замечательная линейка, которая называется Beauty Natural Series. Я сама работала очень долгое время в медицине, в здравоохранении. Потом уже, вот уже более 20 лет работаю в косметологии. И, как написано на страничке самой Ольги Владимировны, творю и вытворяю. Я бы, наверное, хотела то же самое сказать. Когда меня спрашивают, чем ты занимаешься, творю красоту. И это очень интересно, это очень нужно, потому что, когда мы смотрим в зеркало, и мы себе нравимся, от этого зависит наше настроение на целый день, правда? Но для того, чтобы это было, нужно приложить какие-то усилия. Это, ну, кому-то может быть просто вот от природы дано, и ничего больше никто не делает, генетика. Но мы сегодня живем в такое время, что экология немножко нас напрягает, и мы должны все-таки приложить какие-то усилия, позаботиться. Когда был задуман проект Beauty Natural Series, собралась огромная команда экспертов. И, конечно, обсуждали все моменты, потому что первым, самым важным условием было не навредить. Это очень важно, чтобы не попал ни один ингредиент, который может что-то принести неполезное. И насколько вот я читала информацию об этом, эксперты, буквально вот изучая каждый ингредиент, его состав, действие, вот просто так говорили, пойдет, не пойдет. Критерии были самые разные, но очень важные для того, чтобы ни один вредоносный фактор не попал на кожу человека. Поэтому отбирались только самые отборные экстракты растений. Растений сегодня очень много, много активных веществ, которые помогают этим растениям оказать свое действие, когда они попадают на нашу кожу. Поэтому все это бралось во внимание, и благодаря вот такому вот содружеству родился наш бренд. Встал вопрос, кто же будет его производить? Естественно, снова начались обсуждения, пересматривались различные компании, и выбор остановили на компании Jobre, которая находится в Германии. Эта компания имеет тоже очень большой уже опыт, более 20 лет в производстве продуктов для дерматологии. То есть это уже говорит о том, что наши продукты будут исключительно направлены на оздоравливание нашей кожи. Поэтому вся гамма продуктов, уже забегая немножко вперед, скажу сразу, она подходит для всех абсолютно дерматологических заболеваний. Это очень важно. То есть, если мы уже рассмотрели момент «не навреди», значит, нам нужно еще что? Нам нужна эффективность, правда? Потому что продукта много. Мы можем накладывать на нашу кожу много различных кремов, сыворотов,
перчаток, масок и так далее. Но где же эффективность? Эффективность этих продуктов будет в их низкой молекулярности. То есть, если молекула будет соразмерна вот тем каналам, по которым они должны дойти до клеточки нашей дермы, значит, будет продукт дойдет и будет действовать. Он не отложится на поверхности кожи балластом. Это очень важно. То есть низкомолекулярность этих продуктов и сочетаемость. Потому что очень часто бывает, что один продукт усиливает другой. И именно вот это содружество помогает оказать то действие, которого мы желаем. Наша задача, используя косметологические продукты, состоит в том, чтобы сохранить увлажнение, питание дать коже, чтобы предотвратить появление так всеми нелюбимых морщинок, правда? Потому что иногда они бывают очень миленькие, но иногда бывает, что доставляют нам какие-то все-таки неприятности. Поэтому предотвратить – это тоже очень важное. Ну и, конечно, свести на минимум уже имеющиеся. Дальше очень важный момент в составляющих косметологических продуктов – это энергизация всех метаболических процессов, которые происходят в нашей коже. То, что вы же знаете, нет энергии – не будет работы, правда? Поэтому здесь тоже вопрос был уделен этому моменту. И ингредиенты, которые есть в нашей косметике, они помогают выработке энергии. Ну и далее самые разные аспекты, которые нужны для нашей кожи, для поддержания лифтинга, то есть упругости, эластичности и еще много разных моментов. Наша косметика действительно является эксклюзивной еще. Почему она эксклюзивной? Потому что она находится на самой высшей ступеньке всех имеющихся продуктов сегодня на рынке. Если мы начнем с самой низкой ступенечки и пойдем вверх, продукты медиамарк, далее любительские, профессиональные, люксовые, наша косметика является самой-самой эксклюзивной. И скажу почему еще, потому что она является универсальной. Все вы слышали, да, что косметика подразделяется, продукты косметологические подразделяются по возрастам, кому-то после 25, кому-то после 40, 60, что-то мужчинам, что-то женщинам, что-то детям и так далее, по цвету кожи. Но эта косметика подходит абсолютно всем. И знаете почему? Потому что она умная. Мы сегодня все говорим о смарт-продуктах, мы говорим о нанотехнологиях. Эти фразы уже у всех на устах. То есть здесь действительно работает вот этот момент очень интеллигентного, умного поступления. Потому что когда продукт поступает на кожу, он уже сам чувствует, он даже не знаю, как правильно сказать, не то что чувствует, он направляется вот в те места, где нужно оказать свое действие. И для определенных возрастов и так далее. Это тоже очень важно. Вот эта эксклюзивность продукта, его универсальность. И опять-таки самое-самое важное то, что у нас этот продукт есть в руках. Правда это хорошо? Вы знаете, сколько продуктов прошло через мои руки за годы моей деятельности? Это очень известные испанские бренды, немецкие бренды, израильские бренды. И мы все знаем, что эксклюзивная профессиональная косметика, она недоступна всем, правда? Чтобы что-то получить, вы должны записаться на прием к косметологу, вы должны пройти какой-то курс терапии или уходовые продукты. Может быть, вам дадут домой что-то, вы не можете пойти куда-то в магазин и их купить. Там другая линейка продуктов. А здесь, в нашей компании, у нас в руках вот такой эксклюзивный брендовый продукт. Вам просто нужно взять его в руки и начинать действовать. Значит, какие у нас есть продукты? 10 продуктов, о которых я сейчас хочу сказать. Эти продукты накладываются на кожу. Есть такое понятие step-by-step, да? Шаг за шагом. И не нужно ни один шаг из этого ухода нам убрать.
Все вы верите в чудеса, я думаю. И косметика наша, бьюти, она действительно наполнена вот этими словами. Она волшебная, она чудесная. Она совершает магию, после применения которого ни один не останется равнодушным. И давайте мы сейчас пройдемся по еще секрете, который есть в нашей косметике, того, чего нет во всем мире, это технология Accumulate-Essay. Все вы знаете, что наши продукты уже знакомы с этой технологией, я на ней останавливаться не буду, но усиление действия каждого ингредиента благодаря аккумуляции силы, которая используется в нашей компании, еще одна привилегия наших продуктов. И кроме того, есть еще два очень сильных активных вещества, которые стали лауреатами швейцарских премий в области фармакологических открытий, еще раз повторяю, фармакологических. Это активное вещество Синейк и Гутулайн Экспрессион. Как действуют эти продукты? Они действуют ботулиноподобно. То есть вы все слышали, что такое ботокс, наверное, но это токсин. Нам токсин не нужен, поэтому мы возьмем бипептид, который называется аргирелин. Все вы, наверное, тоже уже это видели в наших описаниях продуктов. И он будет работать на релаксацию. Вы помните, как вчера вот Дамна Алина нам говорила о том, что релакс, он стоит практически среди первых продуктов, которые мы назначаем нашим знакомым, нашим друзьям. Точно так и в косметике. Мы должны первое, чему уделить внимание, это релаксации наших мышц. Потому что когда мышцы напряжены, кожа над мышцами, она собирается. Ведь морщинки-то образуются не потому, что... есть факторы, которые влияют на кожу сами по себе, но мышца, она сильная, и когда она находится в тонусе, в гипертонусе, то, конечно, на лице это видно. Поэтому первое, что нужно сделать, это расслабить. И именно Синей и Gutulain Expression будут работать на расслабление. Далее, хочу сказать о том, что еще есть в нашей косметике. Все, что нужно для увлажнения, самый важный момент, который здесь присутствует, это гаммамелис, его еще называют золотой орех. Лучше увлажняющего средства сегодня в мире практически нет. Далее, гиалуроновая кислота, все о ней слышали, но здесь не гиалуроновая кислота, а гиалуронат натрия, который стимулирует выработку нашей собственной гиалуроновой кислоты. Это тоже очень важный момент. Далее, все масла, которые есть, самые лучшие. Жидкое золото Марокко. Знаете, что это такое? Это органовое масло. Это такая кладезь питательных веществ, которые сегодня практически найти в чем-то другом нельзя. Ну и кроме того, масло косточек винограда, жажаба и так далее. Очень много биофлавоноидов, очень много антиоксидантов. Очень много витаминов, среди которых витамины Е, витамины С, витамин А, витамин ПП. Слышали про это, наверное? Это витамины, которые сохраняют наши капилляры. А капилляры для молодости, их состояние очень много значит. Далее, здесь есть витамин В8 и инозитол. Обратите внимание, это витамин юности. Мы не найдем такие ингредиенты везде и повсюду, поэтому я делаю на них акцент. Пожалуйста, это просто действительно кладезь. Водоросли, красные водоросли, они очень богаты таурином. Таурин помогает выработать энергию. Сине-зеленые водоросли – это голубой ретинол. Это тоже витамин А, это витамин молодости. Это ретинол помогает нам поддержать кожу в молодом состоянии. То есть линейку можно еще перечислять очень-очень много, и это все в этих 10 шагах ухода, это все повторяется, что-то в меньшем количестве, что-то в большем, но все эти ингредиенты в нашей линейке есть. Начнем с очищения. Любой уход, первый шаг – это очищение. Согласны? Если мы не почистим кожу, даже не вздумайте что-то на нее наносить. Первая будет пенка. Пенка – это будет нежное очищение. Мы ее накладываем на лицо, смачиваем пальчики водичкой, умываемся.
просушили кожу. Второй пункт у нас будет молочко. Молочко – это уже мягкое очищение. Значит, кого будет после пенки подсушивать немножко, мы можем использовать молочко как дополнительное средство очищения. И только если мы убедились, что наша кожа абсолютно чистая, мы можем переходить к следующему продукту, который называется тоник для лица. Игнорировать его ни в коем случае нельзя, потому что у него тоже есть определенная магия действия. Он настолько хорошо успокаивает кожу, он ее увлажняет. Его можно использовать и как компрессы на область глаз уставших, и на губы. Этот момент, опять-таки, все, пожалуйста, возьмите во внимание. После тоника мы восстановили pH нашей кожи, если оно вдруг немножко изменилось после пенки. И далее у нас идет уже магия. Мы берем в руки магический эликсир. Это сыворотка. У нас будут два эликсира в линейке, поэтому, пожалуйста, не путайте. Иногда я среди партнеров вижу, что люди чуть-чуть, особенно новички, путаются. Эликсир один, эликсир второй. Один эликсир будет потом усилитель коллагена, это будет спрей, а один эликсир, первый, самый главный эликсир моментального действия. Называется он сывороточный эликсир. Сыворотка – это серум, это концентрат. Вот в этом продукте самое большое количество действующих ингредиентов. Поэтому берем очень мало, буквально капельки, накладываем на места наибольшего скопления морщинок наших, и таким образом у нас начинается моментальное действие. Мы здесь не будем говорить, что мы отложим лифтинг на завтра, антиэйдж на понедельник и так далее. Это здесь, сейчас, моментально будет действовать. Далее мы приступаем к накладыванию кремов. У нас по лицу будут два крема. Один крем будет для век, один крем будет для области всего лица. Не используем крем по лицу на область век, ни в коем случае, потому что иногда крема по лицу обладают какой-то текучестью, и мы можем ощутить неприятное ощущение на слизистой глаза, сказать, что нам этот крем не подходит. Ни в коем случае. Что для век мы накладываем на веки, что для лица мы накладываем на лицо. Берем очень мало продукта. Помним о том, что здесь низкая молекулярность, очень высокая биодоступность, поэтому не нужно накладывать много, чтобы потом не пришлось это убирать. Значит, мы пропитали кожу лица, далее мы должны позаботиться о своем декольте. Вы знаете, что большое женское лицо, ну и мужское тоже, раньше вообще считалось до груди, а сегодня вообще говорят до талии. Согласны? Девочки, думаю, поймут меня лучше. То есть не забываем ухаживать. Если мы что-то накладываем на лицо, обязательно декольте. И к нашей радости у нас уже в компании есть такой моделирующий крем. Он еще называется push-up, то есть кожа, которая находится на области декольте, она вообще очень подвержена раннему старению. Все мы знаем, правда? Поэтому давайте будем уделять ей особое внимание. Изучаем техники миофасциального массажа, изучаем техники подтягивающих каких-то движений и сами себе становимся режиссерами продления своей молодости. Договорились? Это очень интересное занятие. Далее еще одно волшебство – шелковая лифтинг-маска. Когда мы берем ее в руки, вот это ощущение шелка, оно действительно неповторимое, незабываемое, оно очень приятное. И опять-таки хочу обратить ваше внимание. Эта маска накладывается в очень небольшом количестве. Не накладывайте много. Очень тоненьким слоем. Выдержите 15-20 минут, хотите немножко глубже ее протолкнуть, наложите пищевую пленочку, на лицо будет эффект сауны, еще лучше будет действовать. Но не накладывайте много, чтобы потом не пришлось ее большим количеством воды смывать. Смывать ее все-таки придется или вытирать влажной салфеточкой, и ни в коем случае, как некоторые мне говорили, что позволяет себе с этой маской лечь спать.
Ни в коем случае. Она обладает некоторым отшелушивающим еще действием, поэтому все те клеточки, которые после ее экспозиции отшелушатся, все-таки нужно убрать. Далее следующий продукт. Еще одно чудо чудесное. Два в одном спрей-эликсир. Кто из вас уже пользовался им? Какая красота! Я думаю, что это незабываемое ощущение, правда? Вот это облачко волшебных молекул, которое находится над нашим лицом, и так это приятно, так оно долго еще ощущается. И применимо действительно везде, всюду, всегда. Есть дорожный вариант, есть домашний вариант, упаковочка большая, маленькая. Пожалуйста, все с собой носите. И при любых обстоятельствах, когда вы будете чувствовать сухость кожи, когда вы будете чувствовать некоторую усталость, когда вы хотите закрепить свой макияж, может быть, вам нужно, чтобы дольше продержался, вам достаточно просто пару пшиков на лицо, и это будет незабываемое ощущение. Далее у нас есть молочко для тела. Молочко для тела обладает тоже очень хорошим увлажняющим питательным действием. Честно говоря, я бы, наверное, вообще-то с него начала бы, потому что, когда мы приступаем к уходовой своей процедуре по лицу, нам предстоит сделать вот эти 10 шагов, то, наверное, лучше всего сходить в душ, потом нанести молочко на тело, а далее работаем по лицу. Потому что молочко для тела, оно для рук, конечно, подходит, оно оказывает тоже очень такое оживляющее, увлажняющее питательное действие, и замены пока ему не найдено. На сегодняшний день мы знаем, что когда мы один продукт возьмем, мы будем иметь один эффект. Но если мы возьмем всю гамму продуктов, мы увеличим этот эффект десятки раз. Согласны? Единственное, что очень хочу вас предостеречь, использовать продукты, которые не подружатся. Если мы возьмем тоник в одной компании, крем в другой компании, сыворотку в третьей компании, но они не дружат. Вот просто помните об этом. Могут быть какие-то нежелательные реакции, поэтому постарайтесь иметь всю гамму продуктов, и вы увидите результат, вас не заставит ждать долго. И хочу еще одно ваше внимание обратить на то, что наш продукт мы используем, мы его дарим, мы его показываем, мы о нем рассказываем. Мы его должны продвигать. Но как его продвигать? Не станешь же посреди улицы и будешь рассказывать. У всех у нас есть друзья, подруги, родственники. Приглашайте их к себе домой на вечеринку, выходите куда-то вместе, рассказывайте о нашем продукте. Позаботьтесь о том, чтобы ваша вечеринка прошла очень-очень интересно. Продумайте, как вы вышлете приглашение, как вы встретите своих гостей, чем вы будете их развлекать, как вы сделаете свой мини-мастер-класс, то есть чтобы были все условия и помыться, и просушить кожу, и всевозможные вспомогательные материалы, будь то салфеточки, ватные диски, там контейнер с водичкой или доступ к крану. Мы когда организуем какие-то мероприятия, мы же ведь знаем, сколько мы прикладываем сил, усилий, как это все эстетично оформить, как заинтересовать наших гостей. Поэтому если у нас, мы уже в этой компании, если мы хотим наш продукт продвигать, мы можем устраивать всевозможные промоции, поэтому вкладываем в это всю свою душу, все свое сердце и обрастаем такой большой командой потребителей и окружаем себя с людьми, которые омолодились, и изменилось их внутреннее состояние после применения таких продуктов, после применения драже APL, потому что немыслимо применять только наружные средства по уходу и омоложению, не использовав внутреннее воздействие. Поэтому, естественно, драже бьюти, который имеется у нас в компании APL Girl, будет нам помогать в этом. Кроме бьюти, скажу еще, обязательно подключайте релакс, GTS, слайд. То есть это такие продукты Grow, без которых просто немыслимо вот то состояние красоты, которое мы хотим ощущать каждый день.
И, естественно, все мы радуемся, когда вокруг нас окружают красивые люди с позитивным мышлением. Поэтому давайте будем притягивать к нам таких людей, и будучи сами таковыми. Красота – это, конечно, как говорила наша известная актриса, да, это страшная сила. Но она действительно является силой, потому что, ну, так уже принято говорить, что красота спасет мир. Когда вокруг нас все прекрасное, все красивое, то злу просто негде там встроиться. Я вам желаю всем быть красивыми, здоровыми. Желаю всем изучить вот этот шаговый уход, их 10 шагов. Просто начинайте и делайте. Наталья Батыряну. Наталья наистина уникална.